А насколько ваши родные втянуты в творческий процесс? Насколько они являются просто фанатами или судьями тоже? Вы обсуждаете с родными свою работу? Ну, скажем так, я смотрю за их реакцией. Так. Я человек достаточно хитрый. Я же прекрасно понимаю, что одно дело слова и совсем другое дело, как человек вот по первому впечатлению, ощущению ведет себя и какое его действительное отношение, ну, эмоции. Поэтому мне говорить-то не надо, я обычно никого ничего не спрашиваю. Мне достаточно посмотреть на человека и понять, что он думает. То есть вы хороший психолог? Я думаю, неплохой. А это для актера минус? Это для актера нет? Огромный плюс. Это плюс? Да. Мы же фактически доктора. Так. Хороший актер – это доктор. Ага. Он же мало того, что он, так сказать, владеет какими-то приемами, он должен четко понимать, какой прием и для какого зрителя прописать в нужный момент. Поэтому, в общем, высота профессии зависит от количества вот этих вот приспособ, умений, знаний. И психологии в частности тоже. Очень интересный тезис. А что актеры врачуют? Душу? Душу, безусловно. Хороший актер врачует душу. Понятно. Плохой актер, ну, занимается зарабатыванием денег. Там, ну, очень много аспектов, которые профессия, в общем-то, дает. Угу. Ну, сопутственно вот этому основному, я считаю. Основной причине вообще, зачем мы занимаемся этим делом. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».